Добро пожаловать на канал HardRSD Info. Перед нами Samsung Galaxy M53. Сейчас я покажу, как на этом устройстве изменить заставку рабочего стола. Итак, для начала открываем галерею. Мы предварительно уже скачали какие-то картинки. Вот у меня здесь белочка такая вот. Как поставить ее на заставку? Для этого в правом нижнем углу нажимаем на троеточие, выбираем «Установить как обои», выбираем, куда мы хотим установить. На главный экран, на экран блокировки, на оба экрана, на Always On Display или вообще на фон контакта. Ну, это вообще не об этом. Я хочу установить на главный экран. Выбираю, как это будет выглядеть, и нажимаю «Установить на главный экран». Выбираем цвета системы, которые будут сопутствовать нам. И нажимаем «Применить». А к значкам даже можно применить палитру, смотрите. Нажимаем «Применить». Вот и все, обои, палитра цветов были успешно применены. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.